вообще, Иван, к Андреевичу вот... на этом фоне с костром. А и чё? Нет, красиво. Ну красиво. Давай. Вот это, где в сумерках ничего не видно. Может напасть медведь, могут съесть волки. А мы идем по корявой тропе. Чё, куда наступать? Блин, и каждый шанс. Вау! Пиздец! Ой, ё-ма. Упал. Вообще, блин. Полные болотики воды. Полная сумка воды. Охренеть. Ребята, короче, мы идем по корявой тропе. Вот так все это выглядит. Это глухая тайга. Куда переступать опасно. О, тут две тропы. Одна уходит туда. Давайте не по этой пойдем. Пойдем по этой. Это может медвежья тропа. Я не знаю. Но куда она приходит, неизвестно. Короче, идем. Куда идем? Вообще. Вообще. То есть она к этой же тропе пришла. Вот так вот. Ну, такая краса. Идем. Иван у нас, короче, камеры бы забрал. Но мы идем. Идем. Вот так. Куда ступать тут? Вообще. Ну, вот это называется, ребята, корявая тропа. Рывок был для меня фатальным. Короче, все мокрое. В болотке вода. Это же надо сушить все. Вообще. И впереди опять вот такой бурелом. Ничего, куда идем? Че идем? Ну, идем до дома. Идем. Понятно, господа. Дорога дается вообще тяжело. Иду вообще очень тяжело. Ну, надо до дома дойти. Дома. Ребята, чем идти по такой тропе, я лучше вот таге просто пересплю и все. Я вообще заблудился, походу. Тут есть какая-то тропа, но тропа не та, не та. Не та. Та тропа. Надо кричать. Иван не отвечает. Какая тайга, ребята, вдруг. Что делать не знаю. Куда идти, что тут, тут, если опуститься, вот туда идти. Ребята, вот видите, тут свет. Маленький проблеск костра, и это радует. Мы, ребята, с большим трудом зашли. Ну, зашли. Это такая, такой вид. Ну, вчера чуть не упал, все, короче, намотил. Вообще, жестко, короче. Сучок попался бы, все, проткнул бы себе живот или выткнул глаз.